Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаска, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием The Fisher Cat. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. И если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно, комментарий. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. А я тут вам подготовил сюрпризик. Сразу мы вкачиваемся до 6 уровня нашего Мега Оксиджен Тенка. И давайте продолжим раскачиваться. Ребят, теперь у нас кислорода намного больше, причем значительно больше, чем в прошлый раз. Поэтому думаю, что теперь-то уже мы должны... Paradise, так мне нравится эта надпись. На русском вообще прикольно было, наверное, смотрелось. Просто написано бы рай. Просто рай. Да уж, это для настоящего кошачьего рыболова реально настоящий рай, ребят. Здесь без вопросов. По-любому так и есть. Скажу немножечко о том, что мы будем делать в этой серии, ребят. Во-первых, в этой серии я 100% со 100% вероятностью покажу вам какую-нибудь новую рыбеху. Потому что все-таки хочется мне посмотреть, что же здесь за рыбы большие новые. Вот те, которые, помните, мы видели в прошлой серии в каталоге. Обязательно посмотрим. Ну и, конечно же, так что я промахнулся пару раз. Конечно же, прокачаемся по максимуму в качестве эйр-танка. То есть эйр-танк, я думаю, что нам нужно прокачать все-таки до максимума. Единственное, что мне не нравится, все-таки, знаете, ребят, эта локация, несмотря на то, что, ну, вроде бы сейчас у нас тратится меньше кислорода, потому что мы прокачали свой баллон, но... Ну, блин, тут слишком много маленьких рыб и слишком мало больших рыбёх. Вот в чем основная проблема. Конечно же, в любом случае, я здесь еще порыбачу, посмотрим, может, найдем кого. Но, блин, мне кажется, что фармить деньги лучше всего все-таки на предыдущей локации. Тем более, если у нас будет прокачан наш эйр-танк, то мы сможем там уже рыбачить в темноте. И в темноте сможем достаточно долго там рыбачить. И с помощью этого, я думаю, что как раз-таки получим неплохое количество деньжат. А деньжата нам нужны как раз-таки для прокачки эйр-танка. В общем, все взаимосвязано, ребят. Качаем эйр-танк, чтобы получать деньжата, получаем деньжата, чтобы качать эйр-танк. Все примерно так и происходит. А, нет. Блин, опять! Ну почему все время попадается эта рыба? Давайте она поближе пускай подплывет. Но, блин, ну мне бы хотелось уже увидеть какого-нибудь кита того огромного или типа того. Но вот эта рыба уже поднадоела немного. Хотя она выглядит очень большой. По-моему, раньше она была поменьше. Хотя, может, нет. Но почему-то кажется, что раньше она была намного поменьше, ребят. Сейчас она просто как гигант какой-то морской. Ну, мы получили опять наши 500 монет. Спасибо, конечно, и на том. Но, блин, мне как бы хотелось кого-нибудь другого посмотреть уже. Пора бы уже, на самом деле. Ну ладно, ничего страшного, конечно. Будем ждать дальше. Так, китик, китикет. Ну, его мы тоже, конечно, ловим. А мне почему-то еще кажется, что здесь защита у всех рыб намного слабее. Потому что того же вот китикета мы сейчас поймали вообще с одного выстрела буквально. Поэтому вполне возможно, что на этой локации уменьшена защита у рыбок. Точно не скажу, точно не уверен, но есть такое ощущение. Ладно, продолжаем пулять. Как видите, кислорода у нас сейчас очень хорошо, очень много. Девятая волна, у нас только 50% истратилось, поэтому, конечно, в этом плане по кислороду мы сейчас очень хорошо здесь. О, моржика тоже забираем. Кстати, видите, его мы тоже пробили с одного раза, поэтому есть основания полагать, что реально защиты здесь что-то типа пониже у них. Так, ну и что? Что я могу сказать, ребят? Значит, будем продолжать искать как бы большую рыбеху. Я, конечно же, может быть, вырежу что-то, может быть, что-то смонтирую, чтобы это все происходило побыстрее. Но этот уже трай мы до конца доведем, а дальше будем смотреть. Я, наверное, буду включать видео, когда буду находить что-то реально любопытное, реально интересное. Потому что хочется вам показать, конечно же, всех крутых рыб. Ну и самому посмотреть тоже хочется. О, нифига себе! Ребятки, первый раз здесь вижу нарвала. Блин, классно, это классно, потому что нарвальчик, конечно, сразу дает нам достаточно много денег. И, смотрите, его тоже пробили достаточно быстро, в общем-то. 40 тысяч монет, это очень хорошо, потому что на этой локации с монетами туговато. 40 тысяч лишними точно здесь не будут. Блин, боюсь, что даже без нарвала нам вообще было бы тяжело, потому что вряд ли бы мы что-нибудь интересное здесь смогли бы себе по деньгам насобирать. Я так думаю. Так, ну хорошо, ждем дальше, что-нибудь может еще интересное появится. Китикет маленький приплыл, ну тоже ничего интересного, в общем-то. Так, еще один нарвальчик, кстати говоря, очень неплохо. Не знаю, получится, его успею я его добить или нет. Блин, а я все равно, да, 54 тысячи все равно потрачу, потому что тут кислородовая рыба. Этот нарвал только еле-еле, да, даже не только еле-еле, вообще нам даже не отбил нашу покупку кислорода.
То есть настолько она здесь дорогая, что даже целый нарвал пошел на то, только чтобы нам кислород отбить. И то чуть-чуть, не до конца. Ладно, ждем дальше. Не знаю, ребят, девятая волна уже перезапускалась, наверное, раз 15. Но все еще мы здесь никого такого интересного, кроме нарвалов, конечно же, не видели. Ну, не знаю, ребят, почему-то у меня есть ощущение, что эту локацию могли бы сделать поинтереснее. Да, здесь прикольная музыка, да, сама идея прикольная, но здесь какие-то слишком слабенькие рыбки, слишком дешевые. Здесь, в принципе, из-за того, что они дешевые, нет особого смысла здесь купаться. Конечно, плюс в том, что здесь нет медуз, это, конечно, плюс безусловный. То есть, здесь бы костюм мой предыдущий был вообще бесполезен, например. Но все равно как-то такое, короче говоря. Ладно, сейчас вот осталось 4%, мы их сейчас добьем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Блин, жаль, не успел. Было бы прикольно, если бы у нас с вами еще была бы возможность эту рыбку схавать. Так, 719 тысяч. Ну, 248 тысяч мы заработали. Не то чтобы совсем мало, но и реально вообще немного. Давайте сдадим квест, давайте зайдем сюда, проапгрейдим эйр-танк еще разок. И давайте я сейчас пойду дальше на эту локацию. Кстати, там босса случайно никакого нет рядом. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Боссов я не вижу. Ну, значит, идем сюда и посмотрим, может быть, найду кого-то еще. Я включу видео, если найду, дорогие друзья. В раю. Ребят, вы не поверите, насколько сложно было найти эту штуковину. Что это такое вообще? Я не знаю, что это, похоже на какого-то ацтекского бога или типа того какого-то индийского невероятного. Но выглядит достаточно прикольно, во-первых. А во-вторых, я, наверное, его искал, ну, минут 40, чтобы не соврать. Реально, вот сколько всего я дней здесь перезапускал, но в итоге вот так его нашел достаточно просто. 101 тысяча! Обалдеть! Ладно, все, это все окупилось, ребят. За 101 тысячу можно было и побороться. Ну что я могу сказать, у нас плюс одна невероятно редкая рыба, ребят. Это очень здорово, потому что я, честно, пытался ее очень долго найти. И я рад, что я смогу вам ее показать в этом видео. Я уже почти сдался, может быть, даже, но Чернаска не сдается, и я рад, что у нас с вами получилось. Так, ну что, давайте, наверное, еще немножко порыбачим. У нас, в принципе, теперь денег-то нормально. Конечно, вряд ли мы, даже не то, что вряд ли, мы 100% не поставим рекорд на этой локации, потому что локация, на самом деле, все-таки, она скорее больше развлекательная, нежели какая-то доходная. Ну, может быть, оно и правильно, потому что все равно это уже конец игры, как бы зачем локация приносить много денег, если это и так конец игры. Так что, вполне возможно, что это просто развлекательная такая тема. В любом случае, что, кто там еще был? Там и был огромный китяра и еще, по-моему, одна рыба. В общем, в любом случае, мне есть еще что вам показать, но это уже останется, скорее всего, на потом. Ну, а сегодня мне бы хотелось до конца прокачать свой эйр-танк. Да, желательно. Ну, не знаю, до конца или не до конца, но новую рыбеку, как бы, я вам уже показал. Это уже большой плюс. Посмотрим, насколько... Ну, по идее, два раза еще эйр-танк я точно смогу прокачать. Вот даже на ту сумму, которая у меня сейчас есть. И я так думаю, что если я сейчас мы сейчас закончим по-быстрому именно вот это, на этой локации. Потому что, видите, здесь есть, конечно, неплохие рыбёхи, которые стоят не так уж плохо. Ну, 4 тысячи, 5 тысяч. Но их настолько мало, что, ну, это просто, ну, как-то даже несерьезно, что ли. Наверное, проще всего так сказать. Давайте, наверное, я выйду в меню. Тут те деньги, которые мы здесь накопили, я, конечно же, беру с собой. Я их не оставляю в океане. 230 тысяч, это нормально. Это, ну, скажем так, неплохо, сойдет. Так, здесь мы сразу берем квестик новый. Что там, Firefish, окей, не вопрос. И прокачиваем себе эйр-танчик. Что, ребят, я думаю, что 582 тысячи мы легко с вами накопим. Ну, плюс до следующего апгрейда, его мы тоже сегодня сделаем. Но сделать я его хочу именно вот здесь. Ребята, в идеале набрать где-то лямчик. Вот если где-то лям получится набрать, это я понимаю. Это будет уже совсем другое дело, новый рекорд. Ну и в принципе, если мы сможем собрать больше миллиона монет за один заход, это уже будет о чем-то говорить. Причем о чем-то очень даже неплохом. По идее, наш эйр-танк нам теперь позволяет намного дольше побыть под водой. Тем более, что мы его и сейчас прокачали еще тоже очень нехило, поэтому думаю, что
шансы на лимон у нас с вами есть. Я думаю, что определенно шансы есть. Сколько получится в итоге, не знаю, не знаю. Но мы с вами посмотрим, и я надеюсь, что получится хорошо. Так, здесь ничего пока интересного нет, никаких больших рыбёх я пока что не наблюдаю. Блин, вот, конечно, медузы немножко мешаются, но ничего страшного. На той локации, например, медуз вообще нет, но при этом она такая отстойная. Здесь-то они есть, но и ту локация лучше. Так, видим касаточку, касаточку забираем, видим кислородовую рыбу, тоже ее забираем. И смотрим дальше, пятая волна тем временем идет. Так, здесь мы аккуратненько закинем вот так, тоже хорошо, плюс 5000 сразу, очень неплохо. Но самое главное нам сейчас дождаться, конечно же, этого, прохода волны. То есть нам сейчас самое главное, это чтобы волна стала, ну, какая-нибудь девятая, например, восьмая, девятая, уже будет норм, там уже будут идти хорошие рыбы с хорошей стоимостью, поэтому, в принципе, ждем просто пока что. Ждем и ловим более-менее нормальных рыбёх, которые тоже, конечно, неплохо стоят, но которым пока что, которые пока просто для затравки, скажем так. Так, здесь, оп, готово, изи, изи-пизи, лемон-сквизи, и смотрим дальше. Здесь у нас с вами рыба-вампир, здесь пока все по мелочи. Ну, в общем-то, мы уже с вами, скорее всего, накопили на новый эртанк. Скорее всего, накопили, но я думаю, что можно еще немножечко поработать. Так, смотрим, что у нас тут касаточка, отлично. Шестереночных рыб я уже выбиваю чисто по инерции, ребята, они нам уже абсолютно не нужны особо. Но дополнительно пускай будут, ничего страшного в них я, в общем-то, не вижу. Так, здесь мы аккуратно вот так делаем. Просто очень важно не попасть на... медуз. Блин, вот это очень опасно, потому что медузы отнимают очень много кислорода, и если мы на них попадем, это просто непозволительно. Просто непозволительно. Так, вижу нарвалов, и погнали. Вот нарвалы для нас это самая основная доходность, то есть больше всего денег мы будем получать, конечно же, именно с них. Так, здесь еще аккуратненько кислородную рыбу поймали, хорошо, и оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично, отлично, ребята. Пока идем все очень хорошо, у нас 43%, плюс 30%, которые я 100% куплю, это 70%. Ну, то есть, короче, блин, вот по хвосту жаль, что нельзя попасть, вообще это нечестно, я прям по хвосту попал бы, если бы можно было. Ну да ладно, так, идем дальше, идем дальше. В принципе, что я могу сказать? Сейчас у нас будет где-то 800 тысяч, правильно? Если я нарвала поймаю, а я его поймаю 100%. Это будет где... Фу, это было жестко, это было жестко, вы меня так не пугайте. Вы меня так не пугайте, пожалуйста. В общем-то, 800 тысяч у нас 100% будет. А было у нас где-то 400, да? То есть где-то 400 тысяч мы уже с вами сделали. Блин, но остается только надеяться, что здесь будет побольше кислородных рыб, потому что если нет, то у нас будут большие проблемки, потому что... процент кислорода у нас уже не особо много осталось. Остается надеяться на кислородных рыб. Так, блин, вот этого еще нарвала я никак поймать не могу. Все, изи. О, это фейл, это фейл. 24 тысячи я, конечно же, заплачу, не вопрос, не вопрос. Но шанс на миллион у нас сейчас немножечко растаял. То есть есть еще, все еще очень хороший шанс на полмиллиона. Скорее всего, мы его уже даже сделали примерно. Но на лямчик, скорее всего, у нас с вами проблемы. Это печально. Но, в принципе, тоже ничего страшного. Оп-оп-оп-оп-оп. Это было жестко, это было жестко. В принципе, нормально, сойдет, потому что, опять же, самое главное, мне бы сейчас хотелось прокачать наш эйртанк, а дальше уже посмотрим. Дальше уже посмотрим, все остальное оставим уже на следующую серию. В следующей серии будем ловить двух оставшихся крутых, мощных рыб. Их мы будем ловить обязательно. 511 тысяч. Неплохо. Нормально, нормально. Не буду как-то выпендриваться, это нормальная сумма. Так, заходим сюда, и наш эйртанк... почти что прокачан. На следующей серии, ребят, мы с вами вкачиваем наш мега Oxygen Tank на 600 тысяч монет и на 4000 шестеренок. Огромнейшая сумма. И также мы в следующей серии будем с вами ловить... сейчас покажу кого. Кстати, давайте еще прочитаем про вот эту рыбу, что там интересного про нее пишут. Да, вот, Аполиш ее зовут. Мифическая рыба, которая, в которую раньше верили как в древнего бога солнца, который упал в море. Многие люди думают, что это всего лишь легенда. Но нет, мы это, смотрите, я угадал, это реально бог какой-то солнца. В следующем серии мы с вами обязательно поймаем вот эту рыбу. Ну, по крайней мере, я постараюсь. И вот эту рыбеху огромную тоже очень хочется поймать. В принципе, вот этих мы двух уже поймали. И вот этих двух обязательно поймаем. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не забывайте все это делать для того, чтобы не пропустить следующее видео. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал.
бы, и на группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании. Там вы увидите очень много интересного всякого материала. С вами же был Чинаски, я вас всех люблю, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока!